Всем здорово. Так, сегодня у нас получается где-то, ну, середина декабря. Машина уже стоит в офисе, аккумулятор я снял, увез его домой. Так, планы какие у нас? Поменять термостат, поставить на 80-82 градуса, сейчас стоит 65. Ну, никак не катит. Потому что как начинается осень, то все, машина минут 30-40 только греется. И как постепенно начинаешь по городу ездить, сразу как только из дома выезжаешь, вентиляторы вообще не срабатывают, машина сама охлаждается, и температура где-то 50-60 градусов. Так что, ну, это нежелательно для машины. Какие у нас сейчас планы еще? Так, приборку М5 перепрошить, все сделать, поставить. А потом, сейчас вот, получается, задние диски я снял. Так, вот задние диски я снял, поставил вот такие. На 22 дюйма, без резины, как раз на зиму, ну, нормально, погонять там, подрифтовать, как все пацаны любят, нормально. Само то будет хромированное, они еще, видите, какие четкие диски, лайк ставим. С правой стороны еще круче диск, чуть поменьше, конечно, на 15 где-то, но ничего, нормально, как раз тачка будет под перевесом своим собственным, так сказать, нормально в бок заходить. Это, получается, резина у меня Triangle, TR968, два диска сзада, размер 245-40 по 18 в круг. Одинаковая ширина, все одинаково. Ну, наперед я потом, наверное, поставлю 235 или 225, ну, это потом. Тут вот, ничего, как сказать, такого критического нет, все, отписка струят, и все будет нормально. Но перед этим, сейчас поеду разбортовывать резину, диски будут так смотреть, все вот это убирать. Проверят там, я скажу, что... Ну, они ничего не варены, ничего такого критического тут вообще нету. Просто вот на переднем, говорю, когда колесо отлетело, вот тут вот такое, оно не спускает ничего, просто маленькая, как сказать, вмятинка. Вот если ее смогут как-нибудь убрать, то это хорошо. Вот еще один задний диск. Эти я уже снял, у меня оригинальные капочки BBS-овские. Так, сейчас глянем передний. Так, вот наш передний, тут где-то по бортику, сейчас просто не видно, ну, солнце светит, вот просто чуть-чуть такой закосик и все. Так, все нормально с дисками, самое главное, они не варены. Вот наши BBS-овские оригинальные, будем их пескоструить, сначала проверка дисков, пескоструйка, а потом покраска. Покраска порошком с нанесением лака, так что все будет красиво. Тут уже три диска снял. Сейчас нам останется один снять, вот этот, и в добрый путь. Теперь вот у нас еще вот такие дисочки есть, 32 вроде стиль, и вот такие, и вот 37, самый знаменитый, на 34. Это я взял у Кента, он это летние диски оставил, это тоже у Кента с разбора взял. Почему я так сейчас меняю свои вот эти BBS-ы, вот они у нас. Потому что мы их сейчас будем красить, приводить в порядок. Назад пока вот такие поставил, без резины. Тут вон там трещина, вообще диск уже хана. Сейчас, короче, задний я уже снял. Вот багажник, все чистенько, аккуратненько. Вон номера на всякий случай американские, чтобы нас никто не узнал. Так, вот с левой стороны тоже уже поменял. Вот и спереди поставил. Кстати, скажу, 37 стиль, ничего так смотрится тоже. Так, сейчас еще вот снял вот это колесо. А у меня все в порядке, ничего нигде не варено. Просто вот тут, как на обоймке, вот маленькая вот такая вмятина. Колесо ничего не спускает. Просто сейчас вот резину разбортирую, все 4 диска. Они все проверят на всякий случай. Если что-то где-то надо будет, подправить. И поеду пескоструить и красить. Какой красить, это пока, как сказать, загадка. Там есть 4 цвета на выбор хороших, так что будем думать. Так, что у нас еще по планам? Поставить за место нашего, который я уже тогда поставил. Вот, я же поставил масло, короче, ГУР на радиатор, ой, на этот, охлаждение на ГУР, вместо родного. У родного что-то просто трубки идут, я его снял, поставил вот этот. Получается, он 6-полосный, да, но нет, не хочу, потому что, блин, я не знаю, я серватроник поставил, и все как по заводу делаю,
Я уже нашел трубки, тоже мне друг с разбора дал. Сейчас поставим еще трубки вот эти оригинальные. Шланги на них тоже купил уже оригинальные. Ну не оригинальный, новый фагумит немецкий. Там не BMW шильник, а фагумит будет. Так, еще заказал полностью комплект крепления на молнии на пороге. Пороги оригинальные у меня, накладки, точнее так, накладки, вот, которые сюда пойдут, уже окрашены в белый. Полностью комплект всех креплений, какие есть. Там получается вышло, если в рублях, на 4000 рублей. Я скину позже полностью, ну как посылка придет, полностью все в видео. Ну сниму, какие номера и в каком комплекте. И сюда закину видео, и также на драйв закину. Вот у меня повторители депуски стоят темные. Потом будем думать, что делать вот с этими молдингами полностью. Или, блин, оригинал просто, ну, немало так выходит. Ну, будем думать. Заваривать точно не буду. Буду молдинги как есть, так и ставить. Потом надо будет щетки поменять. Еще оригинальный Кен тоже подгонял. Вот там BMW шильдик. Потом надо будет еще вот такой один замок на заднее стекло найти, отрегулировать люк. Кен подсказал с Москвы, так что за это ему спасибо. Займемся. Сейчас просто реально времени нет. Новый год, так сказать, предновогодняя суета. Тачка вот без аккумулятора сейчас стоит, открытая. Вот все у нее чистенько, все как положено. Останется еще перешить руль. Купить от 46-й ручку, она вместо 3/4 чуть укорочнее идет. Поставим ее сюда. Хай-фай надо будет еще найти нам. Ну и так по мелочам еще что-нибудь. Так что вот. Так что вот тут 3 кассеты сейчас лежит. Одна еще там, одна вот рядом. Кассеты специально записывал. Так, вот. Аккум все тут снято, все лежит, чтобы ничего потом не забыть и не потерять. Также у Кента еще есть, он продает задние шторки вот сюда и батоны. Я вот, наверное, если получится, то на днях заберу их тоже. Тоже потом вам скину. Так, и нам будет еще потом, получается, еще крепление заказать для них. Ну, пока вот такие планы. Зато теперь смотрите, какая тачка низкая стала. Вот там. Там выхлопная трасса почти асфальта касается. Она и так-то у меня, ну, ее по низу сварили. Ну, нехило, короче. Но теперь вот так, на таком стиле. Без задней резины, как раз по гололеду фигарить. Вот сюда тоже у меня есть вставочка вот такая родная. Это все я сделал. Так что вот, все пока тут чисто, все как положено. Ничего нигде не засрано. Ну, снаружи машина, конечно, пыльная. Она уж тут стоит недели 3-4. Так что вот так. Еще масло поменяю в двигателе. Перед тем, как весной буду выезжать. И сразу на поддон, как из прошлых видео видели, там фишка у меня торчит. Как раз вот датчик на давление масла поменяю. Под фишку подберу и поставлю. И потом надо будет еще сделать полностью все зазоры выставить. Просто сейчас реально времени не до них. Сейчас надо все техническое состояние сделать. Полирнуть, бампера покрасить, саблю найти оригинальную. Ну и все. Значки есть, они в заготовке. Так что вот такие планы. Короче, тоже потихоньку там кое-какие запчасти заказываю. Сейчас еще и ворки собираем. Так что вот так. Все с оригинальным домкратом делаем. Так, вот флагшток, вот отсюда вот он идет вот так под низ, получается, тут сабли у меня же нет, она под низ сабли заходит, длинной стороной идет туда. Получается, вот проходит, и вот в эту железку она заходит, вот видишь, вот он флагшток сам, вот это проходит, в эту железку заходит, и вот он получается, вот болт, тут уже отверстие есть. Просто в креплении самого флагштока просверлишь под этот болтик, под эту дырочку, и все. Вот сразу оно, его видно. Сразу вот получается вот, вот где фишка получается на дальней. Чуть-чуть сюда правее, и вот она внизу получается. Тут сразу такой бортик, и все легко заходит. Проблем никаких нет. Она не заброшена, делается.
Все постепенно. Самое главное, вот термостат надо будет найти нормальный, потому что первое включение вентилятора у меня идет на 87 градусов. Надо будет термостат где-то на 80-82, но не меньше 80 я найду. Или скажите, какой будет лучше подобрать. Может, там на 85 где-то есть. Ну, у меня стоит сейчас вахлер. Так что вот, кто чем может, там подскажите. Всем спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Удачи с воскрешением ваших, как сказать, новых бэх, чтобы все восстановили свои машины и были счастливы, катались, так сказать, на ура. И всем всего наилучшего пожелаю. Не только боевистам, но и всем людям, кто, так сказать, проживает на этой планете. Ein Raubtier, das Frauen erscheint, bitte richtig meilenweit.